сделал. Вытащил. Чики-пуки бомбони. Ну чё, кинем СС? На... Хила кинь. Как? Закинем. Саша. Проходите за... за границу. За границу. Я не против. Проходим и задерживаемся. Да ассист, блин, паразит. Как ты можешь меня втаргить? И дать ассист. Там написано будет отдать лидера. Незваные гости, вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите. Кому-то написал. Я помню вас. Это было в горах. Куда? Где? Я не вижу. Что это? Где кто я? Кто мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Что? Их нужно остановить. Шаман, отойди, отойди оттуда. Угу, я понял, только в центр. Посмотри на вот эти шарики, которые стоят, колонны. Понял, ну с них мало. Он заряжен, туда не подходи. Пробудите достаточно. По правому России у них красавчики. Идем слева направо и пробудить или хорошо? Чтобы типа не выбирать таргет. Да. Ну я чё? Вон там преграда, надо снять. Сало дали на что? Диспельте. Еще диспельте, диспельте, диспельте. Диспельте, там еще ручка, блин, три бафа, ё-моё, алло, четыре бафа, пиздец там. Продиспельте, мы не можем его убить. Пурш, шаман, пурш. О, продиспелили. Я хилю и диспелю, все делаю. Отлично. Конец. Сарай. Сало. Ванда, можешь встать? Я сейчас подхилю. Могу. Давай после этих, а то они крутятся.
Хава, зачем ты начал бить этого кастера? Я же всегда его шипаю. Чем ты его бьешь? Так касты нечем сбивать. Один в натуре крик уконченный. Да, пробудителя. Ой, закинь меня, пожалуйста, сейчас. Диспельте пробудителя. У меня нету маны. Бафните хотя бы МП5 там или что-нибудь. Я не знаю, каску бафните, хоть что-нибудь. Там вас бьет пробудителя, его надо продиспелить. Пыль, у меня один пробудитель. Давай, давай, хватит. Делай. Я еще раз говорю, у меня маны нету. Тотем все поставил. Все очень плохо. Ты скоро? Забери с меня, пожалуйста, Дейла. Салки. Класс, короче, забей на этого пробудителя, бей остальных нафиг. Они не могут ничего продиспелить. Кого можешь там добить? Диспелим, а мы просто тупо не успеваем. Да не чисто. Это вот насчет продиспеливания, посмотри, пожалуйста. И даже не делайте не в количестве. Подиспельте ту цель, которую мы бьем с вазом. Я диспелю вообще все подряд. Не надо все подряд. Просто 28 диспелев, я диспелю все подряд. Вот смотри, у меня вас в фокусе. Я просто вижу, кого он бьет, и по его таргету тоже вливаюсь. Молодец, я диспелю всех подряд. Я еще не раз надо. Повторяю. Если бы меня не уронили, я бы дальше нормально диспелила с маной. Первого вот, не спорь со мной, ладно? Первого посмотри на диспелы. Первого пробудителя мы били секунд 20. Потому что на нем баф. Просто нам надо принести. По таргету одного по очереди. Не нужно всех. Я спокойно говорю. На вас здесь пол тут работает, может я останусь тогда на арене. Нет. Что-то другое. А чё, давай возьмем этого шамана. Не возьмешь шаман. Я диспелю именно того, как... Ну, нас там никого хилить не надо, там только тебя надо хилить. И то выхилить не могут. Как я выхилю, если мне стан прилетает? Следом он кидает свою эту фигню. Я снова с КД стою с Алом. Но ты же здесь не одна хилишь. Ну я могу этот спек на стане. Тысяч 4-5. Настя или мне, да, сестра? Вы бьете слева направо, я правого крайнего встану. Ну, а я левого диспелю сюда. Хавчик ставь.
А бафы сегодня будут, не? Да я это сейчас выставлю. У меня тут на нем не стоит, не доволен. Паузе. Трэш, который сверху сидит, его вообще нельзя сажать ветеранами. Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где кто я? Кто мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Жаль, с них лут не падает. По черепу диспел. Да, все отлично. Не отступать! Уничтожить их! Нигдич, ты в следующий раз этого чётика нет, они... Ну, пуляй его за контролем лучше. Серьезно, ну что, рофлите что ли? Я говорю, хила не трогайте, я буду контролить его. По черепу лес. Да,
Давай большого, и этого я шип, но он стану, забежит потом. Ой, сало, у меня сало, у меня сало. Иса. Настя, тебе надо что-то сделать, потому что на тебя моб заявился. Что сейчас за бредот? Я портанулся от чертей этих, чтобы они меня не закрутили, и тут какие-то шаровые молнии начали шандрахать со всех сторон. Ты хоть знаешь, что значит драка? Я без косты сбивал чаще. Давай поменяйся, Лёха. Не, я поменяюсь. Спекнусь обратно. В этот раз не было.
Ну, он... Ну, а сразу, как вижу, ты на одного бежишь, я сразу бежу на второго. Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Торин, мой повелитель! Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Неудачники! Заморыши! Надеюсь.